Овен. Буйный темперамент Овна сегодня выражается скорее в словах, чем в поступках. Избегайте раздражительности. Нервозность может плохо отразиться на вашем самочувствии. В это время возрастает вероятность споров с соседями и близкой роднёй. Возможны профессиональные конфликты, вызванные недовольством шефа или борьбой за место под солнцем между вами и коллегами. Телец. Терпение, свойственное тельцам, сегодня может дать осечку. Вероятно, неприятные вести из-за рубежа, хлопоты в связи с транспортом или перепиской. Если вас что-то мучает, не копите в себе негатив. Лучше найдите собеседника, готового вас выслушать. Если это невозможно, доверьте свои мысли дневнику. В обоих случаях будьте честны с собой и другими. Близнецы. Сегодня близнецам есть что обсудить с друзьями. В разговорах будьте конкретнее. Не стесняйтесь затрагивать наболевшие вопросы. В это время для вас может быть очень весомым мнение яркого и талантливого человека, с которым вы вместе прошли огонь и воду. Постарайтесь не ссориться с ним из-за пустяков. Это не самый подходящий момент для вступления в новый коллектив. Рак. Атмосфера нервозности и суеты может вывести вас из строя еще утром. Чтобы сэкономить время и силы, старайтесь сразу отделять главное от второстепенного. Не берите на себя дополнительные нагрузки, связанные с учебой, посредничеством и поисками информации. День может оказаться критическим для раков, испытывающих серьезные проблемы в общении с боссом, клиентом и партнером по браку. Лев. Этот день выявляет разногласия идеологического характера. Возможно, обострение отношений с подчиненными, непосредственным начальством, представителями медицины или работниками обслуживающих учреждений. Всем львам в эти сутки полезно пересмотреть свое мировоззрение, честно отказавшись от ложных идей и отживших свое контактов. Дева. День импульсивных порывов и необдуманных высказываний. Для глубокого спокойного анализа ситуации он не подходит. Необходимость действовать срочно и в сложных условиях может сделать многих дев раздражительными, агрессивными и остро реагирующими на любую критику. Следите за своими словами и поступками. Но если вы уже давно приняли решение, осуществляйте его незамедлительно. Весы. Не лучшее время для консультирования, переезда и улаживания семейных проблем. Откажитесь от важных переговоров и новых совместных инициатив. Если диалог неизбежен, будьте откровенны и немного подыграйте партнеру. Этот день особенно сложен для октябрьских весов. Велик риск невротических состояний, физических недомоганий и неверных решений в деловой сфере. Скорпион. Сегодня звезды обещают скорпионам динамичный день. Возможно, бытовые хлопоты и служебная суета. В это время лучше не выходить на новое место работы. Но если вы, наоборот, увольняетесь из фирмы, следует оперативно закончить дела и оформить нужные документы. Есть вероятность и мелких столкновений с подчиненными, попутчиками или персоналом учреждений. Стрелец. Не лучший день для романтических объяснений. От своих возлюбленных стрельцы сегодня могут услышать конкретные практические претензии. Если ваша работа имеет отношение к литературе или общению, не исключается творческий кризис на фоне отсутствия свежих идей. Однако неудачи не выбьют вас из седла. Честный разговор поможет окончательно расставить акценты и в деловой, и в личной жизни. Козерог. Сегодня трудно сохранять хладнокровие и душевное равновесие. У многих козерогов возможна обостренная реакция на суету и отсутствие комфорта. Вашей проблемой может стать несдержанность на язык. Это неудачное время для выяснения отношений с домочадцами, начала ремонта или переезда. Смиритесь с незначительными упущенными шансами и не воспринимайте мелкие промахи как крушение всех надежд. Водолей. Не стремитесь во что бы то ни стало доказать свою правоту. Вместо этого поищите скрытые изъяны в своей собственной аргументации. Водолеям-программистам в это время полезно еще раз проверить созданный код на наличие ошибок и неточностей. Не рекомендуется заводить знакомства, начинать цикл учебных мероприятий, писать и отсылать важные письма. Предпринятая в этот день поездка может оказаться неинтересной или напрасной. Рыбы. Не стоит придерживаться жесткого расписания. Не беритесь за дела, требующие полной сосредоточенности и высокой ответственности за полученный результат. Чаще меняйте род занятий или место пребывания. Покупки будут удачными лишь в том случае, если вы планировали их заранее. Многим рыбам в эти сутки могут быть свойственны гастрономические и эстетические капризы, резкие перепады настроения.